Президент назначил на должность губернатора Минской области Анатолия Исаченко, который до этого работал в должности помощника президента Беларуси, инспектора по Минской области. Глава государства отметил, что Анатолий Исаченко знает всю соответствующую работу и имеет необходимый опыт. Президент также заявил о необходимости более интенсивными темпами и чаще проводить ротацию кадров. Важнейшая роль в экономике Минщины играют выпуск продуктов питания и машиностроения. На территории области реализуется инвестиционный проект национального масштаба и значимости «Строительство китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды людям различных профессий. Медалей, орденов и почетных званий удостоены 39 человек. Впервые в новейшей истории белорусского государства вручены медали за спасенную жизнь. Ею отмечены подвиги граждан, которые, рискуя собственной жизнью, спасли других людей. Президент поздравил всех с праздником, Днем независимости и высокими государственными наградами, пожелав, чтобы они послужили стимулом для дальнейшей деятельности на благо Беларуси. Гости Славянского базара в Витебске смогут бесплатно познакомиться с достопримечательностями города, поучаствовать в культурных мероприятиях и попасть на экскурсии. Разнообразить досуг помогут три туристско-информационных центра, которые будут работать в областном центре в дни фестиваля. Кроме того, будет организована работа горячей телефонной линии, по которой можно будет получить информацию о мероприятиях фестиваля, экскурсиях и турах, а также о наличии свободных мест в гостиницах региона. Официальное открытие Международного форума искусств 13 июля, а первый концерт состоится уже 10 июля.